Assalamu alaikum everyone, Sammy DZ Reaction back with other reaction with Diana and Key Dinuba. So I am back with Diana Key Dinuba Raver. She was singing Raver and it is like a cappella. Everything in memory of Olga. So a cappella. Interesting. So Diana and Key Dinuba Raver a cappella. So yeah, coming back with Diana Key Dinuba. So if you are 14 coming here, so you can smash a button, subscribe to the notification and follow me in TikTok and Instagram because I do reaction for the Diana Key Dinuba, and I'm big huge fan from Algeria, North Africa, but Morocco and Tunisia. I love that. And my name is Samir, and you can smash a button and give me love. That's all you need. And let's start with 3, 2, 1. It's coming right now, and let's start. Let's go right now. Okay, a cappella. Добрый вечер. Огромное спасибо за теплый прием. Наверное, по-другому у нас быть не может. Все уже родные лица, люди. Спасибо вам большое. Такую атмосферу я давненько не ощущала. Я спою песню «Реченька» и спою ее в том видео, в котором мне ее предложила петь Ольга Анатольевна Донская. Акапелла. Акапелла. Вау! Акапелла! Я скажу тоже пару слов, наверное, это обязательно. Просто все что-то говорят, и, наверное, будет как-то не очень, если я промолчу. Я пришла к Ольге Анатольевне в возрасте 16 лет. Сейчас мне 19.
И, к сожалению, я имела возможность работать с ней всего лишь год. Но за этот год мы сделали очень большую работу, потому что знала я Ольгу Анатольевну еще до 16 лет и участвовала во многих конкурсах, и она очень часто сидела там в жюри. И очень часто Ольга Анатольевна меня среди всех выделяла и говорила, что вот эта девочка, она достойна большего, но гран-при тоже сойдет. И да, она очень любила шутить, за что я ее тоже очень любила. И как-то так получилось, что мой педагог по вокалу в городе Тольятти, где я раньше жила, очень хорошо была знакома с Ольгой Анатольевной Донской. И когда я переехала в Москву, я искала педагога по вокалу, но так и не нашла хорошего, достойного педагога. И Светлана Ивановна Вовк, это тот педагог по вокалу из Тольятти, она позвонила Ольге Анатольевне и предложила взять меня на попечение, так сказать. И я помню, что Ольга Анатольевна вначале думала, взять меня или нет, потому что мне все-таки 16 лет было, и я ребенок, а у нее по большей части были студенты, какие-то взрослые люди, там вот 28-29 лет, я тут такая хеллоу. Но все-таки она решилась, и я очень этому рада, потому что сколько бы я ни занималась с разными людьми вокалом, такого человека, как Ольга Анатольевна, правда не существует. Олега. Я просто, мне кажется, могу обойти всю планету и не найду ничего даже подобного, потому что все, что есть и все, что было в этом человеке, оно настолько уникально и настолько индивидуально. И когда ты сидишь у нее, ешь там ее эти перцы с как бы с фаршем, она меня очень часто этим кормила. Мы сидим, кушаем, и она мне такая: «Зайка, какая ты хорошая, замечательная». И тут же мы делаем шаг в репетиционную, и я уже там Кабула Рокоссовского. Для меня вначале, честно признаться, это был шок, потому что мне 16 лет, я стою. У меня были слезы на первом занятии, но я очень благодарна, что Ольга Анатольевна все сделала максимально филигранно, и даже с ребенком она смогла сладить. И большая честь вообще этому человеку. На всю жизнь я бы поставила ей огромный памятник, и, возможно, не один. Я бы очень хотела, чтобы это имя знали все на нашей планете, кто особенно интересуется вокалом, потому что эта методика просто гениальна. Это правда. Спасибо вам большое. Спасибо. I am so proud of you, Diana Kidinova. You are amazing, have a huge voice, and no one doubt about that. No one would be just tell me the NIK Dino, but she have not, she don't have good voice, because you are have unique voice, amazing voice, and without music you make this a cappella amazing, and like wow, her voice show us like how much huge voice she have, and that's crazy, wow. So if you love my face and my reaction, everything here, don't forget to smash a button, subscribe, to notification, and follow me on TikTok and Instagram. And thank you for watching, and peace, love, assalamu alaikum everyone, thank you so much.